Вот если здесь сделать спуск к воде, и дальше дорожку можно было продолжить туда, вдоль озера. В принципе, здесь спуск плавный спуск. Тут много отдыхает. На дорожке так себе, конечно. С колясками мама сюда не подъедут, неудобно. Вот там еще дорожка тоже узковатая. Не знаю, еще можно ли там между бетонными блоками проехать. Здесь спуск хотелось бы увидеть, конечно. Здесь так как дорожка убитая. Здесь, конечно, когда мокро, здесь слякоть, грязь, здесь пройти очень сложно. По этим парапетам. Надо солдатиком, солдатиком. Да. Здесь по наклону идти, здесь с коляской тоже невозможно подойти. То есть проехать. Здесь все под наклоном. Была бы она пошире и более ровной, было бы удобнее. Здесь не пройти, придется подниматься. Здесь ямы. Тут, конечно, маме с коляской, с ребенком не пройти. Как тебе можно было бы? Ну там что-то другое прохло. Туда коляску, конечно, каким-то образом засунули. Тут же памятники находятся. А дороги к памятнику нормальной нету. Здесь перерыто. Вот здесь спуск. Здесь на коляске точно не спустишься и не поднимешься. Также вот эти штыри здесь. Вот здесь вполне можно сделать спуск, чтобы сюда можно было подъехать с коляской. Вот это уже кладбище слева. Ну, пойдем дальше. Вот здесь нормальный конец дороги заканчивается. Здесь ее просто нет. Сейчас продемонстрируем, как это все преодолевается. Ботинки не жалко. Вот такие ботинки, конечно, да. Ну, просто не нужно.
ногу все уже в грязь светил. Так преодолевается вот этот кусок дороги. Вот этот, конечно, участок, он самый бедовый. Здесь грязно почти всегда. А много людей здесь проходит. Ну, пойдем дальше. Конечно, этот участок привлекательный тем, что здесь подход к воде, в принципе, есть. То есть всех людей тянет к воде. Здесь много людей ходит. Тоже, ну, здесь полоса прибрежная сколько должна быть? 15 метров, а здесь сколько? 2-3 метра. Это пусто. Если это, конечно, бугор немножко сравнять. Было бы попроще здесь ходить. Ну вот еще один участок. Где здесь вообще прибрежная линия? Она здесь просто отсутствует. То есть сразу забор и сразу вода. Хочется идти по камням, по этому. Уже более-менее, в принципе, удобно. Немножко узковато по дорожке для того, чтобы коляска здесь прошла. Здесь узковато. С коляской опять уже тяжелее здесь пролезть. Кусты бы немножко подрезать и дорожку расширить, и будет нормально. Кстати, вот здесь-то, тут-то нормально, вот по этому пирсу одно удовольствие идти. А вот здесь вот дорожка тоже. Не каждый сюда пролезет, спустится, очень крутой спуск. И грязь, кстати, здесь грязь весной и осенью. Здесь очень грязно. А так здесь, в принципе, вот эта дорога. Так, ну, по пирсу. Соответственно, мы сейчас выйдем на пирс. Здесь уже людей больше соберут. Так, мы оттуда пришли, точнее уж вышли. Идем дальше. Кстати, поначалу здесь было все перекрыто, освободили, стало комфортно. Единственное, что здесь, когда много рыбаков, здесь ходить тоже невозможно. Здесь рыбаки бывают, выстраиваются на всем этом пирсе, приходится как-то там опять ползать. Здесь не хватает дороги.
Только смотри, они здесь убрали. Здесь же были решетки. Помнишь? Вот, смотри, стелили решетки. Вот, видишь, все-таки сделали. Спасибо. Вот, вот эти рыбаки мне, конечно, не дают возможности нормально ходить здесь. И пусть будут. Здесь тоже дорожка. Ну, по сути, до сюда, там вообще, конечно, все перекрыто, там не пройти. Но вот здесь хотя бы сделать нормальный выход. С возможностью заехать сюда с детской колясочкой. Он не отходил. Большое желание вот такую тропу, эко-тропу с выходом на Выборгское шоссе.